почему, а почему мы здесь? Ну как? А куда нам надо? А, я понял, да, все правильно. Полетели, порвем пару задниц. Пойдем. Полетем. Тут, кстати, где-то мы робота. Слушай, мы слишком редко играем в эту игру. Я успеваю все забыть нахрен. Мы робота выпускали. А пушки у нас обе прокачаны. Ну да. Экзибит прокачал наши пушки. Прокачал. Прокончал наши пушки. А что? Нам нужен кусок двигателя. Это Норман, да, этот говорит? Норман. Блин, я вот не помню, на какую... Тихо. Ага, все нормально. Здесь робота можно выпустить. Но его у нас его нет. Но причем мест вот этих больше, чем роботов в этой игре, я не понимаю. Сейчас я дверь открою, чтобы они вывалились в космос, короче. Что-то тут надо сделать, смотри. А, о! Подожди, кто-то дамажит. Что-то косяк какой-то, у меня жизни почему-то не видно. Ох, нихера себе, это у меня пушка такая. Убер! Пушка! Слушай. А, это кто? А, о! Ты там это, корабль там это. Что там надо сделать с ним? Расконсервируй там это. Эту хрень. Да расконсервируй. Намусорила. Пинк. А, это то, что нам надо? Турбина? Походу. Блин, они так прикольно по космосу здесь летают, конечно. О, и что, а теперь? Ты где? Я вот. Okay, guys, I got где? The engine. Вот. Is everything ready? Где ты? Well, not quite. Подожди. We're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path. What about using flight recorders? Не свети мне в глаза. Тоже блики, да? Да. Шикардос. Для своего времени было очень классно сделано. Слушай, полетели. Что получили? Куда лететь? Вот туда. 176 метров по космосу. Ай, как много. Вах, вах, учу. Больше, чем у меня воздуха, мне кажется. 84 у меня. Ну, у меня столько. Ну ты это! А ты это. А я вот это. Азотный горох. Алут. Алут, как же? Воздух дороже. Не знаю, мне вольфрам дороже. В этой игре лут дороже жизни. Да не, он быстро летает. Не успеть было невозможно. Даже если очень сильно тупить. Тем более, что... Оп. Ой! Ой! Я надышалась. Не все хоть высосал? Да нет. Своим этим самым. Ты квест выбрала? Там ни побочка, никакая сейчас? Ой, сейчас гляну. Так вылези тогда нахрен отсюда. Я вылезу сейчас. Ой, баба. Ёптись, как с вами тяжело. Так, давай. Как вы, блядь, машину-то водите? Как вы с пылесосом-то управляете? Ты управляешься с пылесосом? Ну, конечно. Нет? Он тебя не... Можешь, да, его оторвать от ковра, когда он включен? Раза. Ай, полетели. Нет у нас бы. Иди за руль нахрен. Да ёб твою медь. Вот баба. Я даю тебе... Кура баба. Руль. Ну и куда лететь? У меня-то, наверное, не написано ни хрена. Или написано? Да написано, конечно. Ну и чё? Вон, стрелочкой показывай. Руанок? Да. Руанок? Как это прочитать даже? Ну все, ас за рулем. Не усложняй все. Такая музычка. Как будто, знаешь, какие-то в джунгли путешествия летим. Они по космосу летают. Да, сейчас бы, наверное, если они вот в наше время игру делали, дали бы игроку, наверное, по космосу управлять этим корытом. Угу. Сейчас как-то тенденции на это все более, наконец-то, настроены. Минимум автоматики. Если миссия с погоней, то ты, наконец-то, не пулеметчик в ней, а водитель, блядь. Пришло будущее, блин. Ты помнишь игру сейчас, хоть одну игру играла, где идет погоня, и ты едешь, управляешь машиной, а не стреляешь. Кроме вот того дерьма, которое в Resident Evil 5, 6. Ну вот и я. А оно есть.
Какой спутник, смотри. А, мне кажется, нам сейчас надо спутники эти активировать, да? Да, по-моему. Ага. Ой, тут эти. Бот ждет на станке. А станок нас ждет хер знает где. Ты сбиваешь эти ссаные мины? Да. Вот здесь можно бота выпустить. А здесь, по-моему, слышишь, недалеко станок. Пошли-ка станок возьмем. Бота возьмем. Пошли. Таки пошли. Ой, пардон. Так я думаю, за кадром, да? Ну да. Так у тебя отключена вертикальная синхронизация или нет? Ну да. Я только сейчас догадался, все-таки, насколько эта игра в 60 FPS смотрится лучше, чем в 30. Просто прям вообще земля не было. Да где этот? Где, да вот он. Где этого Донателло выпустить? А, блин, хамуха. И он где-то квакает, вот здесь где-то. А, он наверху, по-моему. Если память меня не подводит, он где-то. Сука, падла, ты нашла, где его выпустить? Mm-mm. По-моему, у нас закон. А, вот здесь, по-моему, на балкончике. Ага. Ёпта. Ага, вон даже где. Память. Давай, робот. Он его так трогательно выпускает, как будто Симба, лети. В свой свободный полет. По избрежному океану жизни. Так, а чем ты занимаешься? Чего ты делаешь? Я этого выпустила, Лёньку. А, понятно. Леонида. Агась. А почему мне на этот спутник снова показывают, а не на следующий? Без понятия. А, к следующему надо по СКП лететь, да? Хрен его знает. СГХ. Смотри, где эта херня. Вон он. Давай к разным, чтобы быстрее. Давай. Тут лут, кстати. В сундучках. Киндер сундучок. Отошла от меня. Сука, нет! Ты чё там, помираешь? Чуть слушай, какого хрена мне? Мины. Какого хрена мне пишет вот в этот дебильный? В пустой? Агась. Так я же тебе говорю, визу, надо следующий глазами искать. Блять, я слышу мину. Глазами искать. А, вот я вижу. Глазами, зенки распахнула и смотришь по сторонам. Тут где-то я воюю. Угу. Блин, он в 60 FPS стал даже стрелять быстрее. Да, ты шо? Ну я тебе базарю, серьезно говорю. Ну, я у меня он стрелял просто как инвалид из этого же оружия в прошлой серии. Просто выстрел, как знаешь... Ну нахрен ты его притянула-то? Чего? И теперь кинула. Стреляй по нему просто, разбивай его. Все, патронов хватит, не бзди. Пошли подышим. Только собрался разбить. Перед носом хуяк утянула, херак выбросила, блин, в открытый космос. Припаркуйся за меня. О, здесь еще робота можно выпустить. Где-то. Столько мест, что охренеть можно. Это что, надо посидеть, полетал, подождал, да? И к следующему полетел. В смысле, робота забрал? А почему я из того же самого спутника достал то же самое, что и ты? Без понятия. Это был баг в нашу пользу. У меня что-то с воздухом напряженочка. Я же сказал, давай подышим. Вон там баллоны наверху были. Зенки разуй, ищи. Баллон. Забрали баллон, умоли Малоун. Ты догребешь? Вообще, блин, да. Бегу, бегу, лечу. Вот в этих желтых контейнерах слева тоже баллоны должны быть. Стреляешь, они выпадают. Вот баллон по космосу летает. Курица слепая, ёб твою мать. Баллон сзади тебя а летит. А что будет? Баллон сзади тебя летит. Там всё, тихо, тихо. О, фух, у меня аж температура поднялась. Ой, вот, смотри. Ты смотришь на меня? Где да, ты там? Да, я тут. О, я вижу тебя. Стреляешь в это говно. Вынимаешь это говно, блядь. Вынимаешь это говно. Херакова ногами обхватила, сусала прижала, вентиль открутила, дохнула. У тебя голос стал как у Чипа или Дейла. И все, летаешь дальше по космосу и ржешь. Что тебе надо?
Она ходит, что-то рискует там. Где вход в это говно? Я потерялся, меня уже бесит эта локация. Я уже хочу воевать, а не летать по этому ссаному космосу в костюме Айронмена. Недоделанном. Ну а? Где вход? А вот. Твою. Тут. Где тут? Ну вот. Облети. Сверху облети. Такое тут понакрутили, понадумали. Причем мы были-то здесь минут пять назад, mm-hmm. когда роботы забирали, уже потерял. О, мне нравится так вот эта поза, смотри. Ура, у меня получилось дверь открыть, охереть. Это серьезное достижение. Ну давай. Давай. Блин, прикинь, сейчас бы вот на современном движке на CryEngine 4 Dead Space замутить ее. Может даже кооперативненько. Кооперативненько. Что ты делаешь? Так, осматриваюсь. Проверяю, работает ли еще эта хрень, да? Да-да-да. Бум леща, давай ходи быстрее. Я хожу быстро, Как низкосрака. Ой! Ой! Кстати, тут можно было больше, чем 3 из 3 собрать, но смысла нет, по-моему. Кого? Что 3 из 3? Ну, вот мы собрали навигаторы 3 из 3, а можно было больше найти. Все, патроны есть, все есть, пошли дальше. Что-то не понял, когда костюмы новые начнут появляться? Кстати, патронов не так много. Надо, как, знаешь, как тот чувак, которого мы с тобой сегодня вместе смотрели. О, да. Постоять, открыть инвентарь, поанализировать минут 5. Мы сейчас делаем там патроны. А этот? Вау, надо делать? Зачем? Храма. У меня нет, есть вроде. А я не знаю, как он. Храмовый вал. А, нет. Один можешь сделать, у меня нету. Всё уже. Сделала? Нет. Да. Ну, теперь пойдем. Come with me now. Бляха. Это такая занудная миссия, наверное, одна во всей игре. Вот непонятно, зачем она сделана была. А, это же я помню, понял. Тут фишка охрененная фишка была, это летать по космосу. Доп задание дали, да? Да, вроде бы. А, давай активирую его. Это первое задание, где я буду видеть подарки. Подарочки. А, нет, не дали. Чё, блин? Казалось. Да, написали, думал, что там дали что-то. А оно оказалось, что не дали. Я думал, что там дали, а там не дали. Ой, смотри, тут можно, кажется, посмотреть, через сколько бот вернется через 3 минуты. Где как? Инвентарь открываешь и стрелочками там вот этими. Ю и Б. Туда-сюда. Отлично. Ну почему? Почему? Колдуй. Бомба. Хочется уже шутана немножко, уже хочется пристрелить кого-нибудь. Фона, экфона. Ну давай, ты ёпту, что такое? Дерьма кусок. Что-то тебе не заладилось с этими... Двери мои враги в этой игре. Крутилками. 31 метр. А это наш корабль, вот эта жилыга ободранная. Да хрен его знает. Как будто на ней, не знаю, астероиды бурили. Как будто на него голуби насрали. Нет. Она не развалилась, потому что на нее голуби насрали. Царя, она из плиток из каких-то сшита. И что сюда? Здесь что-то должно быть, что ли? Нужен блок. Ну, пожалуйста, где он? Завершено. И что дальше? Мы типа что-то вставили туда? Пошли 15 метров лететь. Это знаешь, как в детстве играешь? Давай типа мы это сделали. Мы вставили. А, мы тоже внутри должны быть? Угу. Зачем, когда у меня есть валенки с... Алло! У меня валенки с турбонадувом, я так долечу. Я предлагаю выкинуть нового ёбаря твоей подруги с этого корабля. Я согласна.
Сейчас билеты проверим и высадим его нахрен. А ты такой брутальный, глянь. Да нахрен мне... надо мне. Я не снимаю. Мне нравится все. Вот поэтому я не снимаю маску. Вот поэтому. Он только что был крут, он снял ее, он не крут. Ответ на то, Бес, почему ты не снимаешь маску. Ну да. Все довольно просто. Кто такой Зорро без маски? Хрен. Мозговый. Это Тони Старк без маски. Миллиардер, плейбой, филантроп. Остальные все говно. Кстати, классный был момент все-таки в Мстителях. В натуре у Тони Старка спросить, кто он без маски, блядь. Не? Миллиардер. Чего надо? Что делать? Вот, наверное. А эту, наверное, вытащить зеленую. Зеленая не вытаскивается. А зеленая. То есть их может зарядить надо. Их повернуть надо, курицы. На них же стрелочки нарисованы. Ой! Ой! Тупи тормози. Ой. Подожди, а мы все на кораблях все сделали? Теперь мы на землю летим? Нафиг узнать. О, смотри, у меня кресло пилота есть. Круто. Меня... А, это ты будешь управлять полетом, а я буду пиу-пиу. Капец. Это не нравится. Только пиу-пиу мне не нравится. Я готов поменяться. Управление отключено. Детка, включи мне мою пиу-пиу. 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 Знаешь, чем мне не нравятся Звездные войны? Пиу-пиу там, блядь, слишком мерзкие звуки издает. Да хуже. Оно просто звучит как говно. Это ты уже там разошелся или кто-то взорвал? Нет, пока нет. Еще не ты? Я еще отключен. Ой, такой ответственный момент. О, теперь включили. Такой ответственный момент, такой ответственный момент. Мне прицел дали, а... Разблокируй мне курок. Управление полетом отключено. Турель включена, но она не стреляет. А, я ракетами управляю. Вообще, отстой полный. Борода Ивановна, ёптель. Ты видишь, да, как я жарю? А вообще? Как я умею насаживать и жарить. Офигеть. Я в прошлый раз просто когда играла, я не управляла этим. Ну видишь, этим. С почином. Я офигеть, офигеть. Водишь ты как Клавдия. Да ну тебя. Я нервничаю просто. О, ёб твою мать. Нихера их тут столько. Асалависта, бэби. Мне тебя показывает, как будто это бой только что управлял. О, наконец-то жара пошла. Ой, ни хрена ж себе, вот это скорость. Блин, трудно. А, трудно? Я еще стрелять должен? Ай, трудно. Ай, трудно как. Ай, нравится. Ай, хорошо. Я не помню, как у тебя управление происходит, что ты делаешь. В нужное время что-то нажимаешь? ВСАТ. А, ты рулишь все-таки прям? Да. Ёб твою мать. Это так и надо было? Нет. Да. Да ладно, криворучка. Да нет. Да. Нет. Да. Нет. Разворот в три приема знаешь? Я не умею. Курица. Потому что мне никто не показывал. Так, все. Курицам тоже как яйца нести никто не показывал, несут же. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сука, стреляй, стреляй. Ракеты земля-воздух пошли уже. Ракета атмосфера-космос. Атмосфера-космос. Странно, я думал, что тут пол игры в космосе должно быть. А тут что-то... Блять, как это громко было. Бляха, я аж офигела. Так, мы кого-то... Кто-то десантировался, да, без спроса? Ни хрена себе у неё баб... Капитан покинул корабль. Капитан... Кого? Куда пошла? Я не знаю. А, я теперь рулю. Теперь я у руля, суки. Теперь я главный царь во дворца. Делай то, делай это. Царь за рулем. Ой. Как сбой курса? Отличный курс у нас.
Ёлки-моталки. У Америка Веспуччи, когда он кругосветку делал, маршрут хуже был. О боже. А что не сказали, что у нас корабль не бронирован? Да хрен его знает. Ой, там кто-то потерял. Кто-то кровоточит немножко, у кого-то глаз выпал. Кто-то голову потерял. Теперь ты рулишь снова? О, да. Знать бы еще куда лететь. О, боже. Выпускай закрылки. Что рвал на себя? Левее, правее, левее, правее, 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 блядь. Я же не вижу ни хрена. Ты феноменально собрала абсолютно все. Все скалы, какие были на этой планете. Да потому что я ни черта и так не вижу. Ты нам решила аэродром проложить, да? Да. Отлично. Знаешь, тебе в жизни ездить только на асфальтовом катке. Где проехал, там дорога. Экипаж самолета прощается с вами. Такой, знаешь, улыбочка. Ну так сейчас же фоткать буду. В самом страшном месте горки. Ой, бляха-муха, капец. Что ты там сикаешь, ты голяшка? Я тебя про каток. Что это, удачно отмочалил? Да. Нравится. Нравится? Нравится. Осашай. Странно, что у Айзека зубы не вылетели от такой посадки. Странно, что у Айзека голова не... Блин, вроде графика неплохая, а волосы как дерьмо по голове размазаны. И вокруг рта. О, сочувствую. Кто-то без шапки мерзнуть пойдет. Ой, что, это тебе жизни не восполнит, что ли? Нет. Я же Айзек. Херово быть за рулем. Ой, херово. Дайте на мои-то уже посмотреть, у меня, наверное, тоже мигает, да? Ну, конечно. Пол аптечки с меня сняли за что-то вообще. За твое криворукое вождение. Да ну тебя. У нас по-разному жизни сняли. Я думаю, в зависимости от того, кто сколько скал собрал. Кто сколько преград зафармил. Ай, зараза. Так, надо к огню подходить здесь, чтобы греться. Чтобы греть свои булки. Вон что-то светится. Ой, ну прям, у вас же костюм должен быть с подогревом. Угу. За тут, по-моему, будем какому-то мужику там что-то выполнять его просьбу. С какого хрена? Тут все умерли давно. Да? Ну. Ну, посмотрим потом. Просто бляха-муха. Ой, боже. Это что за хуйня? Да, испугалась. А ты что, не полечилась-то до сих пор? Ты думаешь, тебе компьютер в жизни восстановишь? Ну сейчас враги выйдут, тебя и тюкнут одним ударом, вот в чем смысл. Вот сейчас выйдут, а я полечусь. А нахрена этого ждать-то, я не понимаю. Чего сейчас-то не нажать? Ну, чтоб ты... Чтоб ты что, блядь? Это что за зубы? Тебе лечиться нечем? Ты здоров, слышишь? Ты доволен? Да. Здоров на всю голову. Давай, как спецназ. Ну где враги, блин? Ну что так долго-то? Ничего не происходит, ёб твою мать. Ни хоррора, ничего нет. Ну не нервничай. Я не знаю, просто если они думают, что это интересно, то это неинтересно. Тупо ходить по скалам. Что там? Что температура? Только погрелась. Что температура? Да пошла она в жопу. Температура бегает. Человина сойдет и на башку будет Элли. Элли уже с Татошкой домой вернулась.
Да. О, дует. Забивает немного. Капец, как ему уши еще не отморозило. Кому яйца не отморозило, а уши-то ладно. Че там? Или надо. Что он там раскапывает там? Это не Элли. А, слава богу, что сдох кто-то другой. Он тоже самое сказал. Don't get your hopes up. Ну, где аудиозапись-то? Isaac, if you find this. Две бабы выжили? А я этот везучий ублюдок? Или что там двое еще? Мужиков. Нормально. Рифнует носатый. Сунул свое жало в кадр. Куда ж без этого? Глоустики. И еще полчаса теперь просто беготни без ничего, вообще так классно. Побегаем. Может это вырезать все? Это можно. Бляха! Это было... Это меня так катапультировали? Да. А ты где? А. Все на месте вижу. Все в порядке, все на месте. Вот этот монстр, кстати, он, знаешь, похож на паука из Звездного десанта. Или из космического десанта, как он называл. Звездный десант. Там это был обычный моб, а здесь это босс. О, тут дверь. Тут такое багованное место, знаешь, да? Если выходить из этой комнаты и снова заходить, ящики обновляются. Металлолом на полу вот этот появляется. Может, проверим? Давай. Давай, если появится, просто не будем подбирать гордо. Знаете, на контрольный жбан, братан. Ты шлем починишь, что ли? Нет, она не успела закрыться. Может, пофиксили наконец? Он встал, все подобрал, и теперь он, видишь, ходит, дергается. Тут вольфрам лежал? Откуда я знаю? У меня маленькая аптечка сейчас тут лежала. А у меня вольфрам тут. А ну-ка еще раз. Я думаю, это и есть тот самый баг. Вольфрам, охерели что ли? Я тоже вольфрам хочу. Ой. Дай пройти. Да, вот это все. По новой на столе появляется. У тебя вольфрам выпал? Да. Хуй. Ну, правильно, будешь рули делать теперь. Просто такая везучая. Я не понимаю, тут что, враги-то будут вообще? Должны появиться попозже. Это ужас какой-то нахрен. Сейчас мы просто ходим, осматриваем окрестности. Да какие окрестности? Не видишь ни хрена. Вот если ты должен что-то осматривать, пусть будет что-то видно. Я так мыслю. Ну да. А я тебе так скажу. Не видно ни хрена. В граффити кто-то нахерачил. Алоха. У какого-то лоха тут алоха, ты поняла? Ну, тут, по-моему, какой-то мужик должен быть. Мертвый, наверное. Сообщение. Пошла нахер! Я запускаю турбо. Ты видишь, что включились эти? О, вольфрам выпал. Офигеть. Включились лампочки. Может, музычка заиграть? О, и станок заработал. Болтострел, слышь, чертеж. Видишь? Болтострельнуть бы кого-нибудь. А болтострел это тот, который за клепками стреляет. Ненавижу его. Полное говно.
на мой взгляд. Дробовик. Охренеть. Принудитель. Принудитель кораллу надо писать. Гальванизатор с усиленным стазисом и дробовик, предназначен для причинения ущерба. Для причинения боли. Перехватчик атаки X1. Особенности Bullpup и гранатомет, модифицированный для защиты стрелка от поражения. Вот это круто. И трубки. Неумолимый какой-то. Штурмовая винтовка для совместного ведения боя. И якорные бола. О, якорные бола, это классно. Моя тема. Кислотное какое-то говно. Ладно, давай, пошли дальше. Один хрен. Мы как эти пушки скрафтили, еще из них не стреляли толком. Ну да. Что с какими-то там ходили такими пуколками. Пиу-пиу-пиу-пиу. Интересно, прям PewDiePie. Судя по звукам выстрелов. Да-да, блин. Ты же знаешь, да, что он PewDiePie, это у него название, типа, выстрел из лазера. О, господи боже. Мне тут недавно опять его видео выползло. Выползло в рекомендованных, где он с кем-то по сетке играет Just Cause 2, по-моему. И вот это вот его на PewDiePie в начале заставка, блять, ну как можно слушать эти уебищные позывные, это же пиздец. От мужика. Подожди-ка, подожди-ка, тут где-то артефакт был заныкан. Ну, не знаю. Наверное, мы мимо прошли. Бляха, мать. Сикнула. Ну так, немножечко. Наконец-то. God damn it! Clark, you all right? Yeah, I think so. Вон, светится артефакт. That thing has it in for us. We can't stay outside much longer. We have to keep following the pipeline. Come on. Его вроде нельзя захватить этим. Нихера себе у тебя бам-бам. Профессиональная перестрелка, я считаю. Такая бандура, суп. Мать. Я не понял, где у меня, из чего у меня стреляет моя пушка, где у меня дробовик, где отбрасывалка. Блёха! Ты прикинь? Ты там без меня не борзела, что ли? Охренеть. Там открыто или закрыто у тебя? Туточки. Тут надо какая-то карточка. Туточки, у местной проституточки. Там по талонам. Да, блин. И что-то холодно как-то. Холодно, да. Единственное, что мы не отморозили, это наши болты. У меня есть план, как их сохранить. Ой, у него вольфрам выпал или там лежал где-то. Так, давай, марш-бросок, марш-бросок. У меня 15 градусов тепла осталось в трусах. Я уже ссу в штанину, чтобы погреться. Лежать, сука, на. Чё, падла? Всё, у меня. Воу-воу-воу. Сука, блин. Почему-то у меня пока не перезарядится верхнее оружие, я из нижнего стрелять не могу. Да, отлично вообще. Очередная дверь, которая меня не слушается. О, бот, смотри, сломанный. Наверное. Бот получен. Теперь у нас два робота. Они одинаковые или один что-то там такое делает? Лёня один, Лёня два. Да, собирают одно и то же. А ты не заметил, контрольной точки сейчас не было? Я не заметила. Не было? Не заметила. Ну давай до следующего. Шоб наверняка. О, там кто-то кашляет. Он кого чихнуть собирался, судя по звукам. Слышишь? Блять, ну сколько может перезаряжаться это дерьмо? Это вообще невыносимо просто. Мне так нравится их жамкать. Машнишь? Угу. Земля. Да ёб твою месть. О! Чё это такое? Напал тут? Не, там ящичек был.
Ящичек говначичек, вон глоустики лежат, пошли. Нам по файерам надо ходить, да, насколько я помню. Угу. Тут наверняка можно что-нибудь еще найти интересного. Доусеру интересного. Не показывает, куда бежать. А. О. Блять, ну отлично, я робота выпустил. Я нажал на смену оружия, и мне попался робот. А, я сдох. Нифига не одним ударом меня порвали. Отлично. От души. А, значит чекпоинт. Да. Значит, на этой счастливой ноте мы заканчиваем. Да, да, да. Пошло все в жопу. Никогда не любил эту игру, если честно. Говно, как одним ударом можно убить, блядь, дерьма кусок? Все, нахрен, я расстроен.